Вторая часть выступления Евгения Алексеева на русском клубе посвящена статистике Российской империи и комментариям к этой статистике. В Российской империи статистика делалась для себя. Она не публиковалась, широко она не была известна. Она была предназначена для улучшения управления государством. Поэтому она была абсолютно правдивой. Она была достоверной, потому что статистикой занимался генеральный штаб, и все это было необходимо для организации обороны страны, а этот вопрос был наипервейший для России, потому что многим хотелось поживиться ее богатствами. И вот этой статистике можно верить, в противовес той статистике, которая имеется сейчас, и она предназначена только для обмана, для фальсификации общественного мнения, для пропаганды мнимых успехов, которые у нынешнего политического режима просто нет. Это те самые февралисты, которые дожили до наших дней с той самой психологией, что вот можно управлять и кухарки, можно управлять государством. Вот у нас многочисленные кухарки, деградированные личности и в моральном, и в интеллектуальном плане управляют страной. Вот по мере продвижения некоторые от рождения просто вот такие тупые, поэтому их и берут на вершину власти. И поэтому они не могут различить правду и ложь и увидеть, что статистика ложная. И поэтому упиваются своими успехами. Да вот давайте посмотрим, какова статистика, и которая опровергает все, абсолютно все большевистские мифы о Российской империи. 1910 год. При населении 130 миллионов, чиновников 253 тысячи. То есть на одного чиновника приходилось 407 граждан. То есть к одному чиновнику могло прийти 407 граждан империи. В 2010 чиновничество 996 тысяч. То есть почти четырехкратный рост. И на одного гражданина уже приходит, на одного чиновника приходит всего 142 гражданина. Франция 284 тысячи в 2010 году, в 2010 году 320. То есть рост есть, но незначительный. Было во Франции 137 граждан, чиновник стал 191. Германия вообще изумляется и своим постоянством. 10-й год, 1910-й, 398 тысяч. В 2010-й 507 тысяч. Но число граждан на одного чиновника, что в 1910-м, что в 2010-м, 163,3 и 164. На 0,7 всего разброс. Далее, ну, дальше уже тут статистика идет по Британии только по 2010 году, то есть мы можем сравнить Российскую империю с Британской. Здесь, ну, опять же, не с Британской империей, а с Англией, то есть с островом, да, 336 тысяч, это приходилось всего 100, на одного чиновника всего 121 человек. В России 407. То есть процент чиновников в соотношении к населению в Англии был выше. Ну, может, это и недостаток нашего? Нет, с одной стороны недостаток, с другой стороны это говорит о очень высокой эффективности работы чиновников. Например, один из последних министров, военных министров империи, генерал Редигер, писал, что я работаю как ВУ по 12, 14, иногда по 16 часов в день. Я, говорит, не могу выйти с семьей никуда, я живу на службе. Это плохо. Это может быть. Это плохо. Это может быть плохо. Для страны хорошо. Но... Нет, для страны это плохо, потому что Редигер потом стал против царя, против системы, писал такие гадости. Элиту надо лелеять. Вот Екатерина ее очень лелеяла. И что же, нормально? Да, 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 да. Зато сейчас как лелеяли. А я разве про сейчас? Я не про сейчас, я про тогда. Я не про сейчас. Но чуть нормировать, да, но лелеять. Давайте, кстати говоря, если мы об этом уже заговорили, посчитаем деньги. Это самое главное в нашей жизни. Ну, для кого как. Значит, это касаемо по жалованию, которое получали генералы
обер-офицеры и штаб-офицеры от Петра Великого до Николая II. Значит, я здесь буду давать данные по курсу рубля на 1913 год. То есть здесь не рубли того, той или иной эпохи, а конкретно привязка к стоимости рубля 1913 года. Некоторые его оценят, да, чтобы было понятно, к нынешнему курсу. Да? Значит, минимум ставят 2000 рублей за имперский рубль Николая II, максимум 2600. Нет, лучше в германских марках. Да. Наши деньги это очень сопоставимо. Вот. Значит, при Петре... Золотое содержание самое адекватное было бы. Вот по золотому содержанию, если мы считаем, что в червонце 7,7 грамма золота, то это будет вот как раз по текущей цене золота 2000 рублей за грамм. Итак, при Петре Великом генерал получал 12,5 тысяч рублей в год. Умножьте это на 2000. От полковника до майора 1220 рублей. И от младшее звание, опять же средним, да, я не беру там прапорщик, только тогда. От подпоручика до капитана 388. При Екатерине I и Петре II генералы получали 15 тысяч, то есть на 2,5 тысячи уже больше. Обер-офицеры 2765. То есть, если у генералов разница небольшая, 2,5, то у среднего офицерства практически в 2 с лишним раза. Нетрудно понять, почему. 2 дворцовых переворота подряд. Лояльность надо купить. Младшее офицерство тоже прибавило практически в 2 раза. 823 рубля. При Анне Иоанне генералы стали получать меньше, чем... до этого 14200 рублей. Штаб обер-офицеры незначительно, но тоже поменьше, 2600. И штаб офицера 780. Елизавета Петровна, генералы около 13000, от майора до полковника 2380, младший офицер 710 рублей. Екатерина еще меньше. Почему? Какие мнения? Много генералов стало. Много войн стало. Очень много войн. Значит, я не говорю только про внешние войны, еще и подавление польского мятежа. А Пугачевщина? Пугачевщина, конечно. При Екатерине генералы получали 9 тысяч, обер-офицер 1480, младший офицер 453. При Павле упало жалование генералов в 2 раза. Вот результат. 4. Ну, конечно, да. Но он же считал деньги, а Екатерина оставила дырявый бюджет. Гигантской задолженности. А чем он досчитался? Табакерка по голове? Вот и привет. Ну, это говорит о его нравственном здоровье и не нравственном и нездоровье тех, кто ему присягал. Это безусловно. Ну, вот. Так вот, старшие офицеры 890 жалования и 353 младшие. При Александре I цена побед 3500 генерал. Упало, да? Еще упало. 730 старший офицер, 282 рубля. Это нижняя точка за все царствования от Петра Великого до Николая II. Дальше. При Николае I жалование генералов увеличилось до 4800, то есть больше, чем при Павле. 1400 получали полковники, майор, подполковники, 540 младшие чины. При Александре II 6450 генералы, 2070 рублей. Старший офицер 672 младший. При Александре III жалование генералов до 7800. Средний офицер стал при Александре III получать больше, чем за все предыдущие периоды. 3200 рублей в год. Да, и младший офицер перевалил, наконец, за 1000 рублей, 1020 рублей жалования. При Николае II генерал получал на 500 рублей меньше, чем при Александре III, 7300. Но средний офицерский корпус увеличил свою доходность на 374 рубля, 3574 рубля жалования старших офицеров.
и 1350 младшие офицерские чины. Вот. Это я наговорил, прежде всего, конечно, для аудитории внешней, потому что потом я все эти цифры, и даже те, которые я сейчас не назову, я потом перешлю Андрею Николаевичу, он уверенно разошлет всем, кто будет заинтересован. Я распространяю. Бюджет Мордовии 5 лет вперед был наличкой. Это вы о коррупции говорите, а я говорю о жаловании. Это немножко разные вещи. Оформлен стоит. Вот. Теперь, что касается сравнения, да, сколько получал рабочий, простой рабочий петербургского завода в царствовании Николая II? 40. Сколько? 35-40 рублей в месяц, да, это нормальная зарплата. Вот в 1900 году жалование было 380 рублей в год, да. Да, но тем не менее. Генерал, это, конечно... Сколько, я забыл, при Николае II. Что? Генерал сколько? 7300, да. Но число... Кстати, какой процент рабочих составлял вот, от общего числа? 3%. 3%, да. Абсолютно. То есть мы имеем... Вот когда говорят «диктатура пролетариата», то получилось, что... Они заявили, мы свергли власть помещиков и капиталистов. Ни того нет, ни другого, ни третьего. Да, и установили власть, опять же, меньшинства. То есть для 80% крестьянской страны, откуда взялись, опять же, эти 25-тысячники? Ну, это же понятно, что это вот как раз вот этот вот пролетариат, который уже оторвался от деревни. Потому что те, которые имели связь с деревней, когда начался голод... А голод в Петрограде начался уже в 18 году. Они очень быстро сообразили, надо возвращаться в на малую родину. Там хоть с голоду не умру. Вот. Могу цифру дать. Треть рабочих Центральной России имело свою землю. Ну, центральный губернатор имеется в виду. Что касаемо, да, неквалифицированный труд, тут тоже интересно. Да, плотник, например, имел всего 285 рублей жалуй, ну там общие. Теперь, что касается... Могу такую цифру привести. У меня бабушка получила 12 рублей, работая тонуткой. В месяц. Но не оставалось на платье, на золотые вещи. А почему? Питание было от хозяина. Хозяин платил. Ну, конечно. Все же были маленькие. Нет, просто она еще питала, скорее всего, с хозяином. Ну, не с хозяином. За их счет. За их счет, да. И семью кормила. Хозяйчая питание не шумовая. 12 рублей. Так, следующее. Касаемо духовенства. Здесь произошли изменения достаточно радикальные. Например, духовенство при Петре Великом в том же 1719 составляло 1,9. Дворянство, как мы помним, 2. То есть практически одинаково. А уже при Екатерине 1,7, при разделе Польши 1795 1,2, в начале царствования Александра II 1%, а в 1913 0,5%. Вот это и результат. Вот здесь мы видим, вот, где, вот это вот разрушение церкви, ее самодостаточности. То есть вот здесь синодальный период, с одной стороны, он был хорош чем? Он не внес никаких изменений в каноническое право церковное. Никаких изменений. То есть то, что мы получили... Вот со времен Алексея Михайловича никаких правок, никаких ересей Русская Православная Церковь в синодальный период не знает. Но была одна проблема. Так как синодом управлял оберпрокурор, он вниз спускал такую установку – не обсуждать острые проблемы с паствой. То есть мы говорим о каких-то вот текущих вещах, да, но... Ну, желательно это не затрагивать, там, вот если крепостное право, не надо обсуждать. Зачитал манифест, все,
благословил, все свободны. Обсуждать ничего не... Но это утратило доверие у некоторых прихожан, у многих даже прихожан, к церкви как институт, который может объяснить происходящий процесс. Вот в чем проблема. Отсюда уход в разные направления, секты, в хлысты и так далее. Потому что если я в храме не получаю ответ на вопрос, я не могу его даже задать. Церковь вначале на это не дает разрешения. Плюс нет воспитания духовного. Ну, духовное воспитание было. Потому не что... просто закон Божий преподать, а как себя вести. То есть вот народ хоть инертным стал. Но еще надо добавить, что кризис церкви произошел в конце века. Вот сейчас главное. Кризис церкви как раз произошел... Увеличилась колоссально, темпами увеличилась численность. А охватывала ли церковь это как бы хватало? Кризис произошел в 18 веке. Главный кризис, я считаю, в 18 веке, когда церковь практически была лишена права доносить собственный голос как до престола, так и не могла быть той площадкой, где бы обсуждались какие-то сложные вопросы. Вот это мое сугубо мнение. Плюс две трети монастырей закрыли. Все. Да практически все основные. То есть, если собственности были лишены все монастыри. Вот 200 с чем-то осталось, хоть как-то на вот. Они получали дотации из казны государя. 260, а было 960. Вот. Поэтому вот по духовенству такая картина. Теперь по... мещане или горожане. Вот здесь, кстати, видно, что эмансипация, то есть вот этот вот разговор о том, что Россия все время это крестьянская страна, это не подтверждается фактически. Горожане при Алексее Михайловиче 4,2, при Петре Великом 3,9, при Екатерине в начале царствования 2,8, в конце вернулись на время Алексея Михайловича 4,2, начало царствования Александра II 7,3, 70-й год 9,3, 1897-й 11,3 и 1913-й почти 18% населения империи живет в городе. Но это имеется в виду, конечно, именно купцы, мещанство, горожане свободных профессий. Здесь не учитываются дворяне, которые тоже уже в основном жили в городе. Да. То есть и таким образом городское население накануне революции от 20 до 22,5%. Это вот реальность. Простите, а как же цифры не стыкуются с 83%, которые приводили даже, вот, допустим, поздно, обсуждая на свое... 83% крестьян в 17 году. Ну, 20... Я сказал 20-22. По поводу крестьянства. Итак, 1719 год, 89,1. Екатерина, начало царствования, 91,6. 1795, 88,8. Александр II, 1858, 82,7. 1870-й 81,8, начало царствования Николая II 85,9, а уже 1913-й 80,1. То есть все равно 20%. Сходится. Извините, да. Тогда вот эти 1897-го. Да, 85,9. Ну, вот. То есть вот 6% за 16 лет перешло из деревень в город. Теперь, что касается маргинальных групп. Вот эти вот, помните, горьковские на дне. Социальные низы. Да, социальные низы. Нищие, бродяги и прочие. Составляли в процентном отношении 0,93. Получали каким-то образом, наверное, через какие-то фонды презрения 55 рублей в год. На человека? На человека. Не слабо так. Вот. Ну, значит, если мы поделим на год, это сколько выходит? 5 рублей.
5 рублей и умножим на 2, это пенсия средняя. Ну, по стране, конечно. Вот, значит, наши все пенсионеры, это относятся к бродяге, нищие и так далее. Ну, по материальному положению. Сельская беднота. То есть вот эта вот голодьба, которая поддержала вот этот переедет. Это подали люди из общества, а сейчас это государственная политика. Вот и вся разница. И тогда это, еще раз подчеркиваю, 0,93 сотых. Ну, сотых, да. 0,9%. Да, процент. Это в каком году? Это 1901-1904 год. В этот же период сельская беднота имела 65 рублей в год и составляла 3,53%. Подёнщики и чернорабочие доход имели 74 рубля в год и составляли в общем проценте 1,45. Женщины и дети, занятые в промышленности, 95 рублей в год, 4,05 от населения. Если все маргинальные группы суммировать, то доход их составлял 77 рублей 50 копеек в год, а их общее число от числа жителей империи составляло около 10%. То есть классическая картина социального среза, да? Самые богатые 10 и самые нижние тоже 10. Вот. Кстати, коэффициент богатства и бедности. При СССР этот коэффициент оценивается, ну, такими неангажированными историками. 3-4. Да. Ну, в зависимости от периода, конечно. Да. Значит, в период империи от 1 к 7 до 1 к 12. Ну, очень, очень широко. 1 к 6 более логично. Ну, я более верю, что 1 к 7, 1 к 8, но это нормально. А сейчас 1 к 17. Причем врут, наверняка больше. Это в среднем по стране. В Москве 1 к 40. Это ближе к вот. Теперь то, что, наверное, более всех заинтересует. Это этнический состав населения Российской империи. Здесь, значит, взяты 5 срезов. 1719, 1762, 1795, 1857, 1914. Кто-то в соцсетях писал, что всегда русская нация, имеется в виду триединый народ, да, составляла чуть ли не 80%, но, наверное, экстраполировал нынешнюю ситуацию Российской Федерации по этническому составу, но в то время это немножко не соответствует действительности. Что соответствует действительности? Итак, великороссы в 1719 году составляли 70,7%. Великороссы. Малороссы в это же время 12,9%. Белорусы. Белорусы 2,4%. Была такая нация, белорусы? Этнос, этническая группа. А, по-моему, не было тогда еще. Ну, почему? Подождите, Минская губерния, Вильнинская губерния, это все территория проживания белорусов. Вот, то есть часть Великого княжества Литовского и Минска. Территория, территориальный анклав. Это все равно там великороссы. Почему? Это бело. Именно территория проживания белорусов. Дальше. Татары 1,9. Немцы. Засилье немецкое 0,2. Об этом я тоже поговорю. О верхах. Это я специально занимался. У меня была курсовая. Это процент азейского дворянства при российском дворе. Я вам скажу, какие есть цифры. Есть культурные виды? Нет. Был в прошлом веке. Даже в прошлом веке. Неважно. Так, финны 1%, эстонцы 2%, курлянцы и латыши, да, Лифляндия и Курляндия 1%, башкиры 1,1%, калмыки 1,3%, чуваши 1,4%, мордва 0,7%. Чуть мало даже.
Кому мало? Мордве мало. Больше было. Относить туда и нищего, и статистику. Так, нет. Если вы хотите поспорить, напишите Борису Николаевичу Миронову на сайт Петербургского университета. Так. Миллионов — это статистика. Значит, общая численность Российской империи 1719 год. 15 700 000. Значит, да, всего лишь. Как изменилась численность за 40 лет? Начало царствования Екатерины II, общее число жителей империи 23 600 000. Не двукратный, но существенный рост. Да? Теперь по этническим группам. Великороссы 62,3, малороссы 14,6, поляки 0,2, белорусы 6,7, евреи 0,2, татары 3,3, немцы по-прежнему 0,2, финны 2,7, эстонцы 1,7, латыши 1,3, молдаване 0,5, башкиры 0,6, калмыки 0,3, чуваши 1,2, мордва 0,9. Конец царствования Екатерины. Кто ведет учет, посчитайте. Великороссы 48,9, малороссы, нет, не поэтому, малороссы 19,8, поляки 6,2. Присоединение Польши, конечно. Белорусы 8,3, евреи 1,4. Ну, правильно, основная, извините, черта, где проживание евреев? Это Речь Посполита. Татары — это подарок Метерниха Александру Павловичу. Я бы сказал, это просто свинья, которую он подложил. Татары 1,9, немцы 0,6, опять за счет Польши и Финляндии. Финны 2,2, литовцы 2,0, эстонцы 1,2, латыши 1,8, молдаване 0,5, башкиры 0,5, калмыки 0,2, чуваши 0,9, мордва 0,8. Общая численность в конце царствования Екатерины Великой, 1795 год, 41,2 миллиона жителей империи. Конец царствования Николая I, начало царствования Александра II. Великороссы 45,9, малороссы 17,1, поляки 5,3, белорусы 5,3, евреи 2,7, казахи 2,2. Татары 2,6, немцы 1,1, финны 2,2, литовцы 1,6, эстонцы 0,9, латыши 1,3, молдаване 1%, башкиры 0,8, калмыки 0,2, чуваши 0,7, мордва 0,9. Общее число жителей империи за 60 лет выросло почти в два раза, 76 миллионов. Это вот если плохо жилось. Ну как бы, что ж, они все рождались и рождались. И по 10-15. Значит, здесь вам скажут. Здесь вам скажут. И это от недоумия. Они были все глупые. Вот. Да, не предохранялись. И, в общем, отсталый народ был. Что с него возьмешь? Вот мусульмане китайцы, значит, так, светом. Значит, да, да. А еще один момент. А почему действительно в крестьянских семьях было такое большое вот деторождение? Ну, кроме работник, правильно. Человек-работник. Значит, общинное землевладение предполагало, что землю делили только между мужчинами. И если у мужчины 10 сыновей, богаче. А есть 10 девочек, надо побыстрее сбагрить с рук, чтобы как бы обузы не были. Ну да, сейчас там мы сейчас вспомним еще какие-то фантазии, типа Салтычиха и прочих. Кстати, по подсчету реальному, вот по
данным последней ревизской сказки накануне отмены крепостного права задавались разные вопросы, в том числе телесные наказания. Телесные наказания прошли в России те или иные телесные наказания. Каждый четвертый и частновладельческий крестьян. Для сравнения в Соединенных Штатах Америки каждый почти каждый, 90%. И поэтому, когда говорят, у нас душили, там, ну это просто, знаете, фантазия. Самая либеральная страна была. По большому счету. Итак, какой этнический состав накануне Первой мировой войны? Великороссы 44,6, малороссы 18,1, поляки 6,5, белорусы 4%, евреи 4,2%, казахи 2,7%, татары 1,8%, немцы 1,4%, финны 1,0%, литовцы 1%, эстонцы 0,7%, латыши 1%, молдаване 0,7%, калмыки 0,1%, чуваши 0,6%, мордва 0,7%. Азербайджанцы и армяне 1,2%, и грузины 1%. Общее число на 2014 год подданных империи 168 миллионов. Сколько сейчас? У нас в Российской Федерации 148. Что русская нация, если мы говорим о триедином русском народе, всегда была больше половины. При всех раскладах. Это объективно. Вот. 80%, да, вот накануне Первой мировой не получается здесь у нас. А сколько получилось? 72%. Тоже хорошо. Вот. Но для того, чтобы Франция считалась мононациональной страной, достаточно 62%. 65%. В Израиле 72% сейчас. Вот. Касаемо немецкого засилья. Значит, это еще один миф, который очень активно распространяли и либералы, и потом большевики. Потому что, ну, например, самый большой процент азейского дворянства при императорском дворе при Николае I был 26%. То есть каждый четвертый придворный был носителем немецкой фамилии. А, ну, естественно, самый низкий процент, около 12%, был при Александре III. Вот. Ни о каком засилье здесь не может идти речь. Вот. Значит, в гвардии и во флоте. Во флоте больше. Там, естественно, всегда практически каждый четвертый – это азийский немец. В гвардии поменьше, где-то приблизительно 15-17%. Но в высших частях, вот именно в кавалерии, там тоже чуть побольше, более привилегированная часть гвардии. Вот. Поэтому это, конечно, объясняется и опять же объясняется известными событиями на Сенатской. Когда знаменитая фраза Николая I о том, что немецкое дворянство служит нам, а русское служит своему отечеству, как оно представляет. То есть абстрактное государство, а азиатские бароны, как потомки тевтонских рыцарей, служили конкретной фигуре монарха. Для них как бы клятва честь не был пустым звуком. Вот. Но это вот статистика, которая позволяет по-другому взглянуть на те реалии, которые были в XIX веке. Главное, на мой взгляд, что отличает XIX век от XVIII, то, что государство стало обустраиваться изнутри. То есть мы практически решили все внешнеполитические основные задачи, основные две задачи – выход в Балтику и выход к Черному морю. Следующий шаг, который мы, к сожалению, не смогли решить, но неоднократно стояли на пороге решения – это выход в Босфор и Дарданеллы и выход в Средиземноморскую акваторию. Но сама империя всегда росла. Росла она не только, вот знаете, набухала внешне, так вот, граница, потому что некоторые любят вот показывать, вот мы тут взяли, тут. А такое ощущение, что дивиденды получало только высшее сословие. На самом деле дивиденды получали все, но естественно, что пропорциональный результат этих
этой экспансии и роста государства был различен для различных социальных слоев. Но это было для того времени совершенно естественно, потому что от экспансии Британской империи, извините, какой-нибудь сельский обыватель где-нибудь в районе Бирмингема, ну нифига не получил. То есть для него, что он была Британская империя, когда ее не стал, для него тоже ничего, собственно, не изменилось. Теперь, что еще важно, это цивилизационная составляющая. Конечно, мы о 19 веке должны говорить как о золотом веке русской культуры. Это бесспорно. Если мы возьмем, кстати, вот тоже я задам, тут есть историки, любимый писатель Николая Первого. Пушкин. Ну да, Пушкин. Первое. И второй. Гоголь. А любимый писатель Александра Второго. Неужели Достоевский? Тургенев. Любимый писатель Александра Третьего. Достоевский, да. Любимый писатель Николая Второго. Чехов. Толстой. Чехов. 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 Вот. Поэтому, когда мы говорим о культуре, она, ну, вот нравится это кому, не нравится. Она, вот та культура, которую мы проходим, которую мы передаем сейчас из поколения в поколение, которую изучаем в школах, это культура имперского периода. Ну вот так вот получилось. Нравится кому-то это, не нравится. Это объективная реальность. И когда говорят, ну вот там Романовы, вот такие сети. Я говорю, закройте глаза. Петербурга нет. Половина сокровищ Третьяковки нет. И так далее, и так далее. Это потому что все связано с прямой деятельностью императорского дома. Они закладывали определенные моды, определенные веяния. Они были локомотивом, двигателем развития прогресса с точки зрения развития социальной, так сказать, светской культуры. Это объективно так, это правда. Вот. Поэтому еще раз возвращаюсь, закончу свое выступление, может даже пораньше, там дальше можем... Еще один момент. Преступность в поздней Российской империи. Итак, число преступлений с 1803 по 1913 год. 1803-8 год. В среднем 40 500 преступлений в год. 1825-1830. В среднем 65 200 преступлений в год. 31-40, 315 тысяч всего, 31,5 тысяч преступлений в год. 41-50, 32 тысячи, 100 преступлений. Вообще, надо сказать, самая низкая преступность была в эпоху Николая Первого. Ну, еще бы. Следующее, 1851-60, тоже 32 тысячи. И вот уже по реформенный период, или точнее период великих реформ 61-70, уже почти 60 тысяч, 59-900. Эпоха Александра III, 1883-89, в среднем 137 300, 1901-10, 189 тысяч в год, и пик 1911-13, 962 тысячи преступлений в год. Понятно, что растет население империи, растет преступность. Это, подождите, абсолютное число преступлений в период с 1803 по 13 год выросло в 12 раз. Но с учетом динамики роста населения всего в 3 раза. То есть, если мы накладываем матрицу, да, то реально отношение к росту всего в 3 раза. В течение этого времени уровень преступности менялся. До 61-го он имел тенденцию к снижению, а после отмены крепостного права резко повышается. В пореформенный период преступность непрерывно росла с одной остановкой в 1790-х годах XIX века. Она росла в либеральное, относительно либеральное царствование Александра I, уменьшалась при консервативном правлении Николая I. Затем при Александре II снова выросла в 2,7 раза. Затем уменьшилась при консервативном правлении Александра III и вновь выросла на 55% при Николае II.
Минимальная преступность, как я сказал, была при Николае I в середине его царствования, максимальный 1913 год. Причем в первые два года Первой мировой преступность резко сократилась. А со второй половины 16-го года начался ее резкий подъем за счет дезертирства. Вот. Ну и то, что общий кризис империи, это тоже надо накладывать. Вообще здесь уже другой вопрос, о дискуссия о капитализме как некой системе ценностей. Потому что то, что происходит в городах, вот эта вот тенденция обуржуазивания общества, оно, вот Достоевский уже показал это все в романах, то есть постепенно вымывается именно христианское традиционное начало, заменяется вот этим либеральным капиталистическим. И это охватывает все слои. В первую очередь, понятно, это те, кто занимается предпринимательским делом. Они, хотя старообрядцы, придерживались очень долго своих верований, несмотря ни на что. Но многие считают старообрядцев это практически внутренние евреи. То есть они считали всех никониан изгоями. Если вы поели со старообрядцем, он вас примет и накормит. Но потом он всю посуду возьмет и выкинет. Потому что она уже все нечистая. Вот. Да, да, все московское купечество в основном это старообрядчество. И я вернусь к началу, с чего говорил. Купечество перестало быть лояльным очень давно. Но когда были такие жесткие меры со стороны имперского правительства против старообрядцев, оно как бы вело себя достаточно лояльно. А как только началась вот эта эмансипация, первый эмансипатор, кстати, кто был, если кто помнит, в отношении старообрядцев? Петр III. Потом еще более практически прекратились гонения при Павле. И потом этот процесс их включения в социальную, так сказать, жизнь, он, скажем, царствованием нарастал. Но, извините, благодарность... Рябушинский, Мамонтов и так далее, да, то есть Морозов, все финансировали большевиков и эсеров. И не хотели идти. Вот последняя вилка, где был возможен компромисс между вот этим прото-третьим сословием, если говорить так, да, это был конец 70-х годов 19 века. Вот эта вот попытка правительства Александра II включить и разночинцев, и купечество в дискуссию о будущем устройстве государства, потом он провалился, потому что они ответили чем? Бомбами, выстрелами. То есть это был сигнал Александру III, все, диалог невозможен. Не с кем. Нет, он невозможен. Эти люди не готовы к диалогу с властью. То есть и здесь уже пошла, знаете, коса на камень. Или власть, или революция. И третьего здесь не дано. Самое прискорбное для России в том, что новые образованцы, вот эти разночинцы, они всегда свято верили. Если человек убивает во имя революции, это святая жертва. И он погибает ради вот этой святой жертвы. А если правительство действует такими же жесткими, то это сатрапы, палачи, душители свободы. Вот. И, значит, руки им не подавать, а лучше вообще говорить фи. Их не жертвы, это очищение. Вот. Да. Значит, поэтому здесь глубинный, конечно, разлом, это ментальный разлом, что вот те люди, которые получали новый социальный статус, возможность учиться в университетах, они, знаете, здесь произошло, как у нас в России очень часто бывает, завышенные ожидания. Вот я получил университетское образование, дайте мне сразу службу. Причем не эти вот 25 рублей, не хочу, дайте мне 50. Ну, родной, ты же... Мне надо, как Ульянову. Да. Работать вообще практически не хотел. Извините, у него имение было в Кукушкино. Ему не надо. Он разок там кого-то защитил, а потом... Проиграл, кстати, процесс. Да, а потом он лучше будет командовать в Париже, там, или в Швейцарии. Из Швейцарии, да. Не, он политик.
Вот, поэтому с одной стороны, 19 век, еще раз повторяю, это зенит российской имперской государственности, это факт. А с другой стороны, конечно, вот этот вот внутренний разлом, социально, точнее, ментальный разлом между правящими кругами и то, что я говорил, то, что не смогли договориться, вот эта социальная активность не была канализирована в созидательном русле. То есть, ну, если Вушинский говорит, да не нужно мне ваша дворянство, ну, надо, я вот купец, мне хорошо так. А и другие стали также манкиры. То есть, ну, не хотят люди инкорпорироваться в правящую сословную группу. Извините, в Англии Ротшильды заплатили королеве Виктории почти 50 миллионов фунтов за баронскую корону. Это значит, что они это ценили. А у нас все, нет земель, нет крепостных, зачем мне быть дворянином.